Итак, у нас опаздывающий Александр Лавринат, это победитель самой младшей группы. Думаю, минуту на минуту они зайдут, по награде не забывают. Так, подошел к концу чемпионат Харьковской области, детский, юношеский и женский. И дети 21 века в этом году мы совместили эти три турнира в одно мероприятие. И хочу поблагодарить руководителя клуба Константина Титова. Константин Титов! Это просторный клуб, который соответствует всем стандартам боярни. Скорость сукна, столы, качество. Благодарим. Хочу поблагодарить. Спасибо, Хотим поблагодарить партнеров проведения. Это Мегабанк, это сеть кинотеатров Киноленд. Это фирма бильярдная, недавно появившаяся на рынке Глюгент. Глюгент имел снайпер. Вот. Жаль, нет представителей с этих компаний. Они будут у нас обязательно на Кубке Украины. Вот. Хотим поблагодарить гостей из города Полтавы, из города Запорожья. Давайте поаплодируем. Нам очень приятно, что вы к нам приезжаете, почаще, приглашайте нас к себе в гости. Вот. Ну а теперь давайте подойдем к самому главному, наградим призеров. И я предоставляю возможность Руслану Калиненко пригласить призеров сюда к нам на награждение. Главное начать с группы, которая не самая младшая. Так, в младшей группе у нас... Значит, третье место у нас заняли в младшей группе. Наш гость из Запорожья, Егор Курса. Надо приезжайте к нам. Выходи поближе. Также третье место у нас занял Архип Онищенко. Поздравляем. В финале в этой возрастной группе у нас играли ребята, которые играли не только в своем возрасте, а хорошо сыграли и вместе со старшими. Второе место. Владислав Исаев. Вас поздравляем, прогрессируешь. Уже показываешь очень неплохой бильярд. Произошел такой необычный случай. Первое место занял человек, который выиграл все партии на ноль. За весь турнир не проиграл вообще ни одной партии. Все 5 матчей в сухую. И мы поздравляем Владислава Герасименко. Папа, здесь?
Все-таки это другие, это родительская заслуга. Включайте сына. В этом году мы проводили совместно с клубом «Море», совместно с Федерацией Харьковской области турнир «Дети 21 века». У нас было три этапа, и на третьем этапе третье место у нас заняли, опять-таки, Влад Герасименко. Поздравляем! Успешно сыграл не только с младшими, сыграл хорошо со старшими. Вышел в полуфинал. Влад, еще вручаем тебе призы. Пакет. Вторую тебе медаль. Вот как раз пакет для наград. Также третье место у нас занял Женя Герасименко. Весной приехал мальчик из Полтавы, которого тогда никто не знал, да? Первый свой турнир провел и сразу весной выиграл. После этого выиграл в Харькове еще один турнир. После этого, наверное, в Харькове играет чаще, чем у себя дома. Ну, всегда рады тебя видеть. Илья, не пей пиво, второе место. Еще молодого Саши Поломаря в Харькове не было такого игрока, на которого, наверное, весь харьковский бильярд возлагает особые надежды. Ждем многочисленных побед не только на украинском, но и на международном уровне. Ну а пока выиграл турнир «Дети 21 века», теперь уже пятикратный чемпион Украины Андрей Родионов. Давно ли ты занимаешься бильярдным спортом? Ну, занимаюсь 8 лет. Да, с 8 лет начал. Я приглашаю Константина Титова вручить кубок «Дети 21 века». Было ли тебе сложно начинать? Да, сначала даже хотел бросить бильярд, но в итоге у меня начало что-то получаться. И как бы начал выигрывать. Ну, третье место занял, понял, что могу что-то выигрывать вообще. Андрюш, я поздравляю. Молодец. Все-таки в 21 веке. Недавно ты выиграл кубок среди любителей, ну и профессионалов. Это «Морис». Ты добился, ты стал первым. Долго к этому шел. И здесь ты стал первый. И на Украине мы видим тебя первым. Очень хочется увидеть тебя еще первым и во взрослом на Украине, ну и на мире тоже. Поздравляю. Твою коллегу. Первые три человека по рейтингу «Дети 21 века» — это Андрей Родионов, это Илья Непипива, это Владислав Герасименко. Мы приглашаем на гранд-финал Кубка «Морис». Да, который состоится в декабре. В декабре месяце вместе с сильнейшими взрослыми игроками Харькова, трех наших сильнейших юниоров. У нас также был турнир, по уже по традиции, для самых маленьких наших бильярдистов, многие, которые в первый раз играли в бильярд, в турнире. И третье место в турнире самых-самых маленьких у нас занял Артем Овчаренко. Поздравляем. Можно сюда повернуться? Я не ожидал, что какое ты место занял? Третье. Доволен ли ты результатом?
Да. Второе место в турнире для самых младших у нас занял Володя Вергелис. Ой. Чувствуется рука, сразу схватил все мое и отдал. И чемпионом первый раз в своей начинающейся спортивной карьере у нас стал Ренат Исенгулов. Можешь ли ты еще что-нибудь пожелать участникам, которые будут принимать участие в данном мероприятии? Ну, да. И что ты можешь им пожелать? Пожелать, как они их осуществляют. Хорошо, спасибо. Мама, Сеня, включайте кубок. Да, без вашей заслуги. Кубок подними. Вместе с юношами у нас проходил в этот раз чемпионат области среди женщин, уже второй раз в этом году. Третье место заняла Алена Роева, которая, по-моему, не пришла на награждение. Поэтому начинаем сразу со второго места. И мы поздравляем финалистку чемпионата области 2016 года Виолетта Роднина. Но я думаю, все, кто видели, согласятся, что был красивый финал. Девочки доигрались до контровой партии, до последних шаров. Виолетта боролась, но уступила более титулованной сопернице. А чемпионкой области по свободной пирамиде 2016 года стала наша мастер спорта международного класса, двукратная чемпионка Европы Алена Афанасьева. Награждение и переходим к старшей возрастной группе. Ну, Андрей Родионов и Илья Непипива, которые играли в финале на детях 21 века, участвовали также и в старшей группе. Правда, в полуфиналах более старшие ребята их обыграли, но тем не менее два третьих места Андрей Родионов. Место в старшей возрастной группе Илья «Не пей пиво». Мы уже два раза наградили представителя Полтавы, но у нас есть еще один полтавчанин, который, наверное, уже года 4 назад проложил дорогу полтавским бильярдистам в Харьков. Сначала еще был совсем маленький, приезжал с папой, теперь уже вырос, сам приезжает к нам. Но неизменно мы его рады видеть, и он показывает хорошую игру, борется, выходит в финал, выигрывает турниры. На этот раз получилось у нас второе место в хорошем, красивом финале. Илья Рогожинский, Полтава.
и уже, наверное, тяжело назвать юниором такого молодого человека с такой бородкой. На наших глазах он уже вырос, был маленький мальчик, теперь уже вполне взрослый, 18-летний, сильный, я считаю, хороший бильярдист, хороший парень. Чемпион области 2016 года Богдан Шугалей. Сложные ли у тебя были соперники? Да, я играл с двумя ребятами из Полтавы сегодня. Они неплохо играют, но сегодня был мой день. То есть будем считать, что тебе повезло? Ну, я бы так не сказал. Наверное, сегодня я оказался сильнее. Хорошо, что ты можешь пожелать участникам, которые будут играть на чемпионате Украины? Упорство пожелать и любить бильярд, любить спорт. На этом, наверное, все. Костя, я думаю, что-то еще скажет. А я напомню, что в ближайшую пятницу у нас в Харькове бильярд нон-стоп. В ближайшую пятницу клуб «Морис» всех ждет на третий этап, на четвертый уже этап Кубка «Мориса». Еще через неделю у нас чемпионат области среди мужчин, Московская пирамида. Всех ждем в гости. Ну и предоставляем слово Косте Сердюку. Сказать есть много чего, говорить можно бесконечно. Скажем так, в этом году проделано очень много работы. И эта работа всего лишь начало. Открылись новые перспективы, открылись новые возможности развития бильярдного направления в нашем регионе. Вот. Хочу попросить вас, следите за информацией, следите за нашими сайтами, следите за объявлениями новыми. И впереди у нас Кубок Украины, Харьков принимает впервые за сколько лет, я сам не знаю, впервые Кубок Украины по взрослым. В декабре у нас целую неделю будет турнир. 10-го года впервые. Вот, 6 лет, скажем так, спорт не развивался. Да. Вот. Просьба подготовиться и защитить честь Харькова. Ну, идея, скажем так, глобальная, идея поддерживать, скажем так, дух детей, поддерживать их физическую подготовку. Вот, потому что я сам вырос в условиях спортивных, в окружении спортсменов. Вот, и того желаю всем. Сейчас я знаю, как бы это проблема глобальная. Это гаджетов, компьютеров, мобильных телефонов. Но бильярд – это как раз хорошая альтернатива. В бильярде есть все. Что даст детям развиваться, скажем так, это и общая физическая подготовка, и гимнастика для спины, и правильная осанка, это глазомер. Перечислять очень много можно, но самое главное – это умение пошагово мыслить, умение держать себя в равновесии, умение принимать решения, умение закончить дело до конца. Всем желаю крепкого здоровья. Будьте счастливы. Стремитесь. Это семья Харьков 2. Вся информация о харьковских турнирах. Стараемся оперативно выкладывать. Регистрируемся, играем, тренируемся. Ну и все, всем доброго. Я так правильно понимаю интервью, да? Ребята, кто желает? Школа чемпионов. Billiarder.com.ua